Лето – пора отдыха и общения с природой. Вот только отдыхающие ульяновцы зачастую ведут себя не как хозяева, а как бездумные оккупанты. В нашем случае – оккупанты Волжского берега. Весь правый берег между двумя мостами, императорским и президентским, завален следами отдыха горожан. Мусор не мешает любующимся красотой великой русской реки отдыхать. Намусорив, они приезжают опять на это место, опять мусорить, опять вроде как отдыхать. Здесь чистая Волга, а здесь у нас куча мусора. Смотреть на водную гладь и гадить под себя для тянущихся к природе ульяновцев – это, судя по всему, норма. Садоводы общества «Восход» каждую весну проводят субботники, очищают берег от мусора. Помогают и волонтеры, приезжают убираться в рамках программы «Чистая Волга». Но как только устанавливается теплая погода, молодежь устремляется к реке. Убирать за собой не хочет никто. Да и зачем, ведь берег никак не охраняется. Экологические патрули просто сюда не доходят. Да и сотрудники полиции заглядывают редко. Сами же рыбаки, пенсионеры и дачники не в силах навести порядок. Ну да, вот весной тут, я не знаю, как, типа субботника, что ли, проводят. После этого здесь и приятно выйти на берег, тут, ну, отдыхать можно. А потом постепенно обратно все загаживают. Администрация города тоже заглядывает редко. Непосредственно берег не является городской достопримечательностью, поэтому внимание ему по остаточному принципу. Тем не менее, примерно раз за весь сезон здесь убирают. Но уборка, даже если бы она проводилась ежедневно, не решение проблемы. Набережная Саратова, города-близнеца Ульяновска, выглядит совершенно иначе. Она отделана гранитом, стоят лавочки, стоят фонари, разбиты цветники, туда приходят отдыхать люди. Здесь тоже отдыхают люди, только отдыхают они вот так. В Ульяновске давно замечено, там, где проводится благоустройство и где за его сохранностью следят, постепенно меняется отношение людей к пространству. Сюда оно пока не дошло. Итог – мусорный, даже свинский способ отдыхать. Эта мусорка тянется буквально вон до почти нового моста. То есть, по крайней мере, Дролеевского спуска, мусор в таких вот укромных местах присутствует. Там дальше есть купалка, которая ничем не отличается вот от этой вот, так сказать, помойки. В Ульяновске есть очень много мест, которые так или иначе ничем не заняты. И там образуются несанкционированные свалки. Одно из них здесь. Но если городская администрация не может привести в порядок берег Волги, то пусть пустит сюда бизнес. Пусть здесь будет какое-нибудь кафе, которое будет отвечать за прилегающую территорию. Поиск собственника, фундаментальное благоустройство – дело будущего. Пока же неплохо бы установить мусорные баки и камеры наблюдения, чтобы штрафовать горе любителей природы за хлам, который они оставляют после себя. Кстати, о неблагоустройстве территории между двух мостов говорил губернатор Сергей Морозов на последнем аппаратном совещании. Какие планы на этот участок реки у администрации города, наша съемочная группа так и не узнала. Ситуацию в мэрии никто не прокомментировал. Хочу посмотреть набережную, так называемую, на том берегу реки Волга, значит, так сказать, которая у нас создана так, практически от императорского моста, так сказать, ну, там, в сторону там, президентского. Вообще, конечно, судя по тому, как написано и как сфотографировано, там такая большая уже, даже не маленькая, а большая свалка. Иногда на Волжский берег приходят волонтеры и молодежные организации. Становится чище, но ненадолго. Мы уже не первый раз участвуем в этом субботнике. Молодая гвардия нас пригласила, и мы об этом узнали в соцсетях и решили присоединиться к молодой гвардии. Главный смысл в том, чтобы привлечь внимание вышестоящих властей, чтобы они посмотрели и хотя бы поставили мусорные баки. И хоть один человек, два увидит, они уже будут убирать за собой. Каждый человек должен понимать, что нельзя так оставлять наш берег. Это наш дом, это наш город. Подобные акции, какими бы частыми они ни были, не решат проблему. Достучаться до власти хотят все, ведь решить вопрос самостоятельно без ее участия не сможет никто. Каждый вечер здесь собираются сотни праздно отдыхающих и мусорящих горожан. Желающих убраться десятки. С этим что-то надо делать. Набережную нужно приводить в порядок. Нужны мусорные баки. Павел Половов,
Юрий Ломатов, новости «Ульяновской правды».